Блокчейн-разработки для улучшения безопасности банков США. Банк Америки подал сразу две патентные заявки, основанные на технологии блокчейн. Они направлены на улучшение работы отслеживания, обработки и передачи файлов в режиме реального времени. Внедрение системы позволит банку передавать большие объемы данных и создавать журналы криптографических ключей для отслеживания пакетов с данными и их этапов обработки. С начала 2014 года Банком Америки было подано более 20 патентных заявок с использованием технологии блокчейн.